В здании МВД России по Ленинскому району состоялось оперативное совещание по итогам 2013 года. Начальники подразделений полиции доложили руководящему составу управления о выполненной работе за данный период, сколько всего было выявлено и раскрыто преступлений, и отметили, что за прошлый год в районе значительно сократился уровень преступности в целом. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Главным докладчиком совещания выступил начальник штаба ОМВД Владимир Кельцин. В своем докладе он привел статистические данные по преступлениям и их раскрываемости и выявил основные проблемы, остающиеся наиболее актуальными для полиции. Ими стали незаконная миграция и оборот наркотических средств. Проблема эмигрантов сейчас стоит очень остро. Из-за активно строящихся микрорайонов все больше появляется так называемых гастарбайтеров, которые живут вне закона и совершают противоправные действия, вследствие чего создают неблагоприятную атмосферу для жителей поселений. Глава Ленинского района Сергей Кошман также обратил внимание на этот вопрос. Если брать социологию опроса жителей, то именно незаконная трудовая миграция у них возникает даже больше вопросов, чем благоустроенность. В целом криминальная обстановка в районе остается удовлетворительной. Предпринимается немало усилий для обеспечения безопасности жителей. Тому наглядный пример – количество инспекторов на разнообразных массовых мероприятиях. Основные усилия управления были направлены на укрепление законности и правопорядка, повышение уровня доверия граждан, их безопасности, защиту от преступных посягательств, недопущение совершения террористических актов, проявление экстремизма при проведении значительного количества массовых мероприятий. По итогам оперативного совещания были выявлены проблемы, с которыми столкнулись правоохранительные органы в ушедшем году и поставлены задачи на их реализацию в текущем. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.